руководителя Марины Анатольевны Пановой. И посвящен этот спектакль теме здорового питания и программе «Будь здоров», которую мы включили еще с сентября этого года. Поэтому будьте внимательны. Прежде всего, давайте запомним, что это юные артисты, которые впервые выходят на сцену. И поэтому, конечно же, нужно аплодировать очень громко. Давайте для начала мы как раз сейчас этим и займемся. Итак, второй А-класс и их замечательная музыкальная сказка. Давайте поаплодируем. Итак, прошу всех отключить телефоны, и мы начинаем. Надо съесть, потому что витамины в овощах и фруктах есть. Вкусный сок ей тоже нужен на завтрак, на обед и ужин. Совсем запутался царь Горох. Кто из докторов прав? Как выбрать правильное лечение для царевны? Придется помочь, ребят. Правильное лечение для дочери. Помогите поскорее разобраться, что нужнее, если бы совет хороший. Вы похлопайте в ладоши, на неправильный совет вы потопайте, нет-нет. Постоянно нужно есть для здоровья фрукты, зелень, овощи, грибы, полезные продукты. Если мой совет хороший, вы похлопайте в ладоши.
Я блюститель лист капустный, он совсем-совсем невкусный. Лучше ешьте шоколад, пастилу и мармелад. Это правильный совет? Сок морковный и томатный, он на вкус и цвет приятный. Чтоб здоровым стать ты мог, пей скорей полезный сок. Если мой ответ хороший, вы похлопайте в ладоши. Вот спасибо вам, друзья. Теперь точно знаю я, чтоб дочурку излечить, надо овощи и фрукты в царство пригласить. И вот по указу царя из разных стран приехали долгожданные гости. Встречайте, госпожа Картошка! Ложку съешь пюре, из картошки станет лучше здоровья и вес. Каждый день понемножку будешь кушать картошку, станешь сильной, ты как Геркулес. Я желаю всем здоровья и с охотой вам дарю витамины, углеводы и любовь свою. Расскажите, гости, о себе скорей. Чем вы можете помочь доченьке моей? Из Южной Америки я к вам завезена. Картошка и полезна, и сытна. Нужна и здоровым, и больным. Ведь считаюсь хлебом, я вторым. Спасибо. Встречайте, сеньорита Марковича. Очень ловко и веселье полюбишь, про слезы позабудешь. Прилетели, заливали, вы не зря меня позвали, с вами мы друзьями стали. Сили-сили, заливали, вы со мной беды не знали, как здоровым стать не знали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Живу я поверьте, салат тебе не греется, для пользы, для цвета меня не лучше нету. Сили-сили, заливали, вы не зря меня позвали, с вами мы друзьями стали. Сили-сили, заливали, вы со мной пили, не знали, как здоровы. Моей. С побережья Средиземного моря я богата каротином и витамином А. Грызи меня и сок морковный пей, будешь всех здоровей. Спасибо. Встречай, принц огурец. Скорее на запах, ты съешь меня скорее, я свеженький.
только нам гость поскорей. Чем вы можете помочь, доченьке моей? Иди, нанес визит. Ешь меня горошины, я повышаю аппетит. Ах, какой ты молодец, браво, браво, огурец. Спасибо. Витаминами богатая, по овощам и фруктам польза явная, и лучшей девочка меня. Сочная, вкусная и полезная я. Есть меня девочка, она берега, вся и здоровая. Дивная, я запомнишь ты, как прекрасна наша жизнь. Расскажите, гости, о себе скорее, чем вы можете помочь? Доченьки моей. Капуста – это значит голова. Послушай, я всегда права. Ешь борщ, салат и пирожки с капустой. И никогда не будешь ни больной, ни грустной. Спасибо. Встречай, сеньор Помидор. Помидоры, поймешь ты это скоро, от нас большая польза, горошина тебе. Попробуй на салате, в варенье и в томате, мы сразу непременно понравимся тебе. Попробуй на салате, в варенье и в томате, мы сразу непременно понравимся тебе. Расскажи-ка нам, гость, поскорей, чем вы можете помочь доченьке моей? Из Южной Америки привезли меня, но давно уж у вас поселился я. Есть во мне все витамины группы Б, здоровье укрепят они тебе. Спасибо. Встречай, госпожа Звёзд! Но мать всем людям нравится. Есть икру, винегрет, винегрет. Ничего вкуснее в мире нет. Я не только свекла вкусная, а еще лечусь вкусная. Есть икру, винегрет, винегрет. Ничего вкуснее в мире нет. Полюби меня, красавица, и здоровье все поправится. Есть икру, винегрет, винегрет. Ничего вкуснее в мире нет. Скажите, гости, о себе скорей. Чем вы можете помочь доченьке моей? Я полезное в огороде творенье. Улучшаю я пищеварение, укрепляю организм я тоже, делаю его моложе. Спасибо. Приезжайте, принц, я! Яблочко, да я на веточке, да высоко.
вот за что мне оказывают честь. Во мне все витамины, железо есть. Съешь меня и моим вкусом насладись, и увидишь, как прекрасна жизнь. Спасибо. Смотрите, ребята, Роша поправилась. Ее теперь не узнать. Я веселая, радостной была, ела чипсы, фанты пила, похудела очень сильно я. Загрустила вся моя семья. Докторов не пригласили, чтоб вернули мои силы, чтоб вернули мои силы, это важно. Все советы мне давали, только толку было мало, только толку было мало, это важно. За совет врачей благодарю, и вам честно, честно говорю, что забуду про конфеты я, будут овощи и фрукты мне друзья. Буду очень стараться, станем правильно питаться, станем правильно питаться, это важно. Станем правильно питаться, станем правильно питаться, будем спортом заниматься, это важно. Спасибо, я вам говорю, что вылечили дочь мою. Я вам, дети, очень рада. У меня для вас награда. Ешьте овощи и фрукты. Это лучшие продукты. Вас спасут от всех болезней. Нет вкуснее их и полезней. Мы вас всех благодарим за подарки и сюрпризы. Все спасибо! Спасибо!